Всем огромный привет, добро пожаловать в новое видео. Предлагаю прогуляться по магазинам. Сегодня я приехала в магазин Мегамаг. Он достаточно большой и там много классных магазинов. Но ехала я целенаправленно в магазин Кюхенленд посмотреть и кое-что купить из осенней коллекции. Дело было так. Я уже лежала в кровати, когда увидела, что в магазине Кюхенленд снова в наличии появился набор посуды, сервиз, который я хотела. Он постоянно выходил из наличия, я не могла его поймать. Поэтому я оделась и поехала уже поздним вечером, практически перед закрытием магазина, в Кюхенленд и заодно прогуляться по магазину, потому что вот так вживую, близко и долго я эту красоту не рассматривала. В Кюхенленд невероятно красивая осенняя коллекция, и именно в Мегамаге огромное количество одежды, которую, кстати, можно носить не только дома, но и на улицу. Качество вещей очень хорошее, можно создать действительно стильные домашние комплекты, теплые осенние, когда хочется укутаться, ну, в общем, красиво. И повторюсь, вещи классные можно носить вообще не только дома. Очень красивые сервировки, как всегда в магазине Кюхенленд. У них есть и белые тыковки. Разнообразие тыкв поражает. Еще буквально 3 года назад ничего подобного не было. То есть в Кюхенленд появлялись какие-то тыковки, но ассортимент был небольшой. Сейчас на любой вкус, к любому интерьеру можно купить какую-то маленькую тыковку, просто символично поставить где-нибудь, как напоминание об осени, а можно прям засервировать стол, можно вообще задекорировать весь дом, все зависит от вашего желания. Просто посмотрите, какая красота. Мне очень понравилась бежевая коллекция, ну, естественно, как и всегда, потому что, ну, это по-настоящему базовая посуда, которая впишется в любой интерьер и еще и не надоедает. Я выбирала, чтобы приобрести, давно смотрю на чугунные тыковки, это, по-моему, новая коллекция. Есть вот такая из чугуна, очень тяжелая, классная, но небольшая. И есть чугунная побольше в виде казана. Вот такие вот стеклянные, ну, конфетницы, сахарницы. И если вы хотите приобрести какой-то сезонный декор, то очень советую заглянуть в отдел с распродажей, потому что даже осенний прошлогодний декор, те же веточки продаются с огромной скидкой. И очень много, кстати, зимнего. Плейсматы зимние, новогодние, ну, в основном больше с рисунками, но есть и более лаконичные, и получается гораздо дешевле, чем они продавались по полной стоимости. Осень уже витает в воздухе, несмотря на то, что у нас сохраняется еще достаточно жаркая погода. Но знаете, нам не жарко, потому что после 40 градусов, у нас сейчас 28, я заметила, что многие вечерами надевают джинсы и даже иногда джинсовки, потому что кажется достаточно холодно именно после такой сумасшедшей жары. Деревья начали покрываться
чуть-чуть золотится, покрываться золотом. И, в общем, в воздухе веет приближающейся осенью, возникает непреодолимое желание печь пироги, приготовить что-то осеннее, приготовиться к этой осени. Я обожаю это время года, оно мое самое любимое, есть в нем что-то невероятное, и у меня, помимо того, чтобы печь пироги, возникло непреодолимое желание обуютить кухню, купить что-то для кухни, хотя я не планировала этого делать вот совершенно. Но тут у Küchenland вышла невероятно красивая коллекция, и все началось с сервиза посуды, над которым я думала, нужен он мне или нет. И пока я думала, он несколько раз выходил из наличия, и с каждым разом, когда он выходил из наличия, я хотела его все больше. И поэтому, когда сервиз снова появился в наличии, я отправилась в магазин. Это те кадры, которые вы видели в начале этого ролика, но набором посуды дело не ограничилось. Меня жутко всегда раздражали вот эти открытые полки на моей кухне. Я не знала, что туда поставить, чтобы это смотрелось действительно красиво. Пробовала и корзины, чего я только туда не покупала. Сложно было. Ну, покажу потом, еще не готовы. До меня наконец-таки дошло, что на нижние полки можно заказать корзины на заказ, потому что там нестандартный размер, они получаются достаточно длинные, при этом небольшая высота, и все полки, которые, все корзины, которые проходили по высоте, они получаются короткие в длину. Когда мне их сплетут, тогда, думаю, будет максимально красиво. А сейчас предлагаю посмотреть те новинки, которые я выбрала для кухни. Я практически все купила именно для кухни, потому что, несмотря на то, что мы находимся здесь постоянно круглый год, и это сердце нашего дома, но, по-моему, осень — это ее звездный час. Это лично мое внутреннее мироощущение. Хочется, чтобы здесь было максимально уютно, максимально комфортно. И... ну вот, у меня лично так, и мне хотелось придать нотку какого-то невероятного уюта, вот этой атмосферы именно на кухне, чтобы было невероятно приятно здесь находиться. Я решила обновить на кухне чайник, потому что в какой-то момент мы с мужем одновременно психанули на тему того, что наш чайник слишком шумный, и у нас было ощущение, что взлетает самолет каждый раз, когда мы его кипятим. И вот такая новинка, самый популярный, самый топовый, наверное, чайник. Это Smeg. Я шла к нему несколько лет. Я хотела купить его еще в тот момент, когда купила наш предыдущий чайник DeLonghi, но как-то мне жалко стало тратить на чайник столько денег. И вы знаете, зря, потому что он прекрасен, я взяла в маленьком размере, потому что у нас так не очень любят горячие напитки. Я пью кофе и очень-очень редко чай. И, соответственно, кипячу буквально на одну кружку. Это настоящий iPhone в мире чайников. Он потрясающий. Ничего, конечно, сверхъестественного. У Smeg есть несколько вариантов. В том плане, что есть подороже и подешевле, есть с регулировкой температуры. У меня получается самая недорогая версия, потому что, во-первых, маленький, во-вторых, без регулировки температуры она мне не нужна. А если, допустим, у вас маленький ребенок, и вы кормите его смесью, то стоит присмотреться к чайнику именно с регулировкой температуры. Здесь откидная крышка, но она не снимается полностью, и он, самое главное, действительно совершенно бесшумный, тихий чайник. Как мне этого не хватало? И этот красивый мистер Пузач теперь радует меня каждое утро. Когда я долго и в очередной раз решала, что же такое поставить на открытые полки в кухне, для того, чтобы это смотрелось красиво и не создавало ощущения хаоса, хотя, как это часто бывает, чтобы я туда не ставила, чаще всего это создает ощущение какого-то хаоса и беспорядка, потому что слишком много открытых полок. На Wildberries я шерстила Wildberries, и увидела вот такую посуду, которая так мне понравилась, я решила, что она впишется как нельзя лучше в мою кухню, потому что она вроде бы достаточно лаконичная, но в то же время с легким, а может быть и не легким налетом прованса. Здесь невероятно стильные и симпатичные гуси. Серия называется Family Farm, и я решила собрать целую коллекцию, но сначала, конечно, подумала о том, что и где будет стоять на каждой полке.
Еще жду некоторые позиции, в том числе чашечку, кувшин. Кувшин, может быть, не буду забирать, потому что он, по-моему, не проходит по высоте. Выбрала вот такой заварочный большой чайник. Если приходят гости, очень удобно заваривать чай на компанию. Я довольна. И на удивление все пришло целым, несмотря на то, что время от времени мне писали: ваш товар поврежден при доставке, и мы доставим вам новый. На самом деле это функциональный декор, то есть то, что будет стоять на открытых полках, будет стоять достаточно декоративно, украшать, но при этом этим можно пользоваться, и я буду этим пользоваться. Кстати, эта посуда удобна для ежедневного использования, ее можно мыть в посудомоечной машине, можно ставить даже в микроволновку. Сейчас поближе покажу, что выбрала из этого набора посуды. Я собрала уже целую коллекцию. Во-первых, мне показалось очень милым и удобным использование вот таких супниц. Они, конечно, маленькие. Скорее, это даже детская порция. Ну, взрослому человеку в такую супницу разве что суп-пюре можно налить. Ну и то, мой муж останется недоволен. А вот детям я взяла две штучки. Эта супница идет в комплекте с блюдцем, с такой подставкой. Я с удовольствием наливаю хлопья на завтрак. У меня в детстве была тарелочка с курочками внизу на донышке посуды, и я ела суп, и мама говорила: и ты узнаешь, что там внизу. Я всегда знала, что там курочка, но все равно доедала. Еще купила вот такую форму для запекания. Кстати, у этого бренда есть разные формы для запекания, есть тоже очень красивая, длинная. Она бы прекрасно смотрелась вертикально на полке, но я пока не знаю, как ее поставить. На подставку для тарелки, боюсь, не выдержит, потому что она достаточно тяжелая. Также взяла вот такие пузатенькие солонку и перечницу, это набор. Обратите внимание, что принт на гусях, он разный, но повторяется на разных предметах. Где-то он одинаковый, где-то больше гусей, где-то меньше. Также заказала очень классные небольшие бутылочки для масла и для уксуса. Для уксуса ко мне еще не пришла, я ее жду. Они небольшие, конечно, не вместят целую бутылку масла, но удобно и пользоваться. Ну, то есть она стоит на полке, она у меня встает, проходит по высоте. Удобно заправить салат, да и просто налить в сковородку. Также я заказала вот такой небольшой салатник. Его размер больше подходит для взрослой супницы. Есть еще в коллекции большой салатник на литр. Я подумываю о том, чтобы, может быть, его заказать, но, наверное, не стану. Кстати, это бренд Lefart. Если будете искать, эта посуда продается и на Wildberries, и на Озон, где вам больше нравится, где больше нравится цена. Но, по-моему, я так смотрела, цена одинаковая что там, что там. У бренда Lefart также есть столовая посуда, можно собрать целый набор. Есть как десертные тарелки, так и обеденные. Я бы, наверное, не стала их покупать, потому что так посуда вот такая активная надоест, ну, лично мне, при длительном использовании. А вот так на завтрак накрыть стол один раз в сутки – самое то. И еще взяла две такие емкости, одна побольше, вторая поменьше. У них есть силиконовая прослойка, то есть все хранится герметично. Можно засыпать туда и соль, и сахар, и чай, например. Вообще, в принципе, даже муку, если вы печете редко, и вам большие объемы ни к чему. На маленькой 2 гуся, на той, что побольше, гуся 3. Вообще эти баночки достаточно увесистые, но мне понравилось, как это смотрится в интерьере. Они создают уют, то, чего я хотела, в общем. Наверное, я это искала очень долго. Также в магазине Küchenland я купила вот такой, это, наверное, салатник, миска. Не знаю, я буду использовать ее как кашпо. У нее есть дырочка, несмотря на то, что она из керамики. И это кашпо можно подвесить. Я взяла искусственную гортензию, связала ее, чтобы она не раскрывалась, и положила в нее, потому что сама миска достаточно широкая, и мало что в ней будет стоять так, как мне хочется, но эта гортензия подошла идеально. Мне кажется, что это отличный небольшой декор для крючков, которые висят у меня над варочной поверхностью. Я, кстати, их не могу убрать. Для того, чтобы их убрать, там нужно прям раскручивать все. Я решила их просто задекорировать, потому что рейлинг убрать полностью не получится, только если заделывать плитку. Мне кажется, лучше даже этим не заморачиваться, а как-то лаконично задекорировать этот рейлинг. Не обязательно воспринимать рейлинг как что-то, что
то точно нужно ликвидировать. И расставляю теперь мою посуду. Я поставила кашпо с искусственными цветочками, они у меня стоят уже много лет, это из магазина IKEA Fake, и они, ну, действительно добавляют вот эту ноту, необходимую зелени на кухне. Вниз поставлю два кувшинчика с маслом и с уксусом, второй жду. Также перечницу и солодку, потому что удобнее всего пользоваться. На вторую полку я поставила свои емкости, в которой буду хранить соль, одно из них, вторая еще думаю. И на третью верхнюю полку, куда брызги капель так сильно не попадают от жарки, я поставила десертную тарелочку на подставку. Также можно положить туда какой-то бутерброд на завтрак, на эту тарелочку, или пирожное, пирожок. В общем, это получился по-настоящему декор, которым я действительно буду пользоваться, а не просто такие пылесборники, которые стоят и собирают на себе пыль. А обычно так оно у меня и было. А на другие полки я поставила супницы и форму для запекания, на вторую полку заварочный чайник, и туда хочу поставить чашку, которая ко мне придет, а салатник на верхнюю полку. Возможно, чего-то не хватает, а может быть, всего и достаточно, тем более, когда придет ко мне чайная пара, чашка и блюдце. Теперь хочу все примерить. Я придумала определенную осеннюю сервировку в своей голове и хочу показать вам и, соответственно, показать еще новинки, которые я купила. Вот такие плейсматы я заказала на Wildberries. Они из искусственной кожи, и у меня такие были синие, они у меня и есть. Иногда я их использую для сервировки. Они невероятно красивого цвета, розовой пудры. Мягкий, глубокий и теплый беж с элементами розового. Все в них прекрасно, за исключением того, что они у меня лежат 2 дня, и у меня уже на одном слегка покрасилась она от кружки с чаем. Причем чай был гречишный и не такой уж окрашивающий. Не знаю, сколько они прослужат, не могу вам ни советовать, ни не советовать, потому что они очень хороши. И еще решила обновить свои прихватки. В магазине Küchenland я купила одну рукавичку, а вторую именно прихватку. Если вы еще не распробовали вот такие силиконовые рукавички, то я вам гарантирую, если вы купите такую или наподобие, то вы не захотите возвращаться ни к каким другим, особенно тем, которые сделаны из материала, да и к силиконовым не захотите, потому что те, которые выполнены только из силикона, зачастую пропускают горячую температуру. Ожоги от использования духовки – это моя отдельная боль. У меня несколько шрамов на руках от ожогов от духовки. Не знаю, как так получается. А вот эти прихватки и рукавичка спасают действительно. Во-первых, они внутри тряпичные, а во-вторых, снаружи силикон, который не пропускает температуру, не пачкается. Их не нужно стирать постоянно, и при этом, если вы даже пролили какую-то горячую воду, например, сливая что-то, силикон не пропустит эту горячую воду, и вы не ошпарите руки. Я выбрала в бежевом цвете и повешу также на рейлинг в качестве, можно сказать, функционального декора. А теперь займусь все-таки столом, и ко мне пришла скатерть, я заказывала ее на Wildberries. Я искала по-настоящему классную скатерть. Обычно я заказываю скатерть в магазине Larry Dud, потому что мне очень нравится качество. И многие скатерти там продаются с пропиткой от пятен. Мне хотелось чего-то осеннего, и как назло на Larry Dud то ли не было ничего, то ли я как-то не думала об этом. И, в общем, осенней у меня не было. Заказала на Wildberries, хотела найти качественную из хорошего материала и нашла скатерть, не помню сейчас точное название, то ли белорусский текстиль, что-то такое, ну, в общем, из Беларуси. Заказала, мне привезли ее, кстати, из Минска. Это было видно на отслеживании Wildberries. Она такая красивая, с осенними нотами. Я искала скатерть непременно в мелкий цветочек, но при этом, чтобы оттенки были осенние, благородные, теплые. И, по-моему, я ее нашла. Размер у меня, по-моему, 180 на 150. Я оставлю ссылку, вы можете посмотреть точный размер.
Сначала протираю столешницу, у меня стол из IKEA, и мы заказывали на него отдельное защитное стекло. То есть это просто кусок стекла по размеру нашего стола. И положили сверху для того, чтобы защитить столешницу. Чаще всего мы не используем скатерть, но сейчас мне хочется. До этого у меня лежала скатерть из магазина Larry Dude в расцветке Виши. Я показывала вам ее как-то в недавних своих покупках. И тоже очень красиво, но она пусть ждет следующего лета, но, скорее всего, следующей весны, весенне-летнего периода. Думаю, что на Пасху она будет выглядеть вообще королевой бала. Сейчас захотелось чего-то другого. И, кстати, маленький лайфхак. Если у вас скатерть в мелкий рисунок, то какие-то небольшие пятнышки на ней вообще не видны. Она легко стирается. Просто стираю в стиральной машине на режиме хлопка. Ну, у меня пока все отстирывается. Самое главное – положить плейсматы, которые будут защищать скатерть. Сам стол у нас в защите, в принципе, не нуждается, так как у нас стекло. Но, если честно, я не очень люблю его вытирать, вернее, натирать, потому что уход за стеклом, он несколько отличается. Я нашла для себя классный способ. Я протираю влажной тряпочкой, а потом полирую сухим бумажным полотенцем. Кстати, в скатерть мне положили еще и открытку с любовью из Беларуси. Написанная от руки была очень приятна. Ну и, наконец, показываю вам виновницу вообще сегодняшнего видео. Это сервиз посуды из магазина Küchenland. Все началось именно с него. Здесь в комплекте 3 тарелочки, по-моему, это фарфор, если я не ошибаюсь. Можно использовать в посудомоечной машине. Рекомендовано мыть руками. Но я думаю, что можно. У меня есть сервиз, который я покупала к Новому году из магазина Küchenland. Несколько раз мыла в посудомоечной машине, вроде бы все нормально. Думаю, что и с этим сервизом все сложится. Здесь очень нежные и очень красивые тарелочки. И вы знаете, я когда пришла в магазин Küchenland и проверяла перед покупкой этот сервиз, мне говорят, это пришел вот только сегодня, их разбирает, мы не можем понять почему. Я говорю, наверное, люди соскучились безумно по вот такой прованс-посуде, по уюту. Лично я именно соскучилась. До этого мне очень хотелось, и у меня есть сервиз как будто бы каменный, с имитацией камня. Но так захотелось чего-то вот такого родного, нашего. Это очень лаконичная посуда, но она отсылает к детству, к бабушкам, к чему-то такому родному. Белая посуда, она скорее молочная, не кипельно-белая. И такие небольшие ненавязчивые цветочки по краям и один цветочек внутри. В комплекте идет обеденная тарелка, десертная тарелка и для супа. Но я не знаю, уже дома обратила на это внимание, по-моему, даже на видео этого не видно, что тарелка суповая, она очень мелкая. И мои дети, конечно, будут невероятно рады таким порциям, небольшим порциям супа. Ну, посмотрим. Я еще не наливала суп в эти тарелки. Нужно посмотреть и понять, как это все в использовании. Также я купила 2 салатника из этой серии. К слову сказать, это большие салатники. Больше нет, к сожалению. Я бы с удовольствием приобрела один какой-то большой салатник для того, чтобы нарезать овощи, сделать какой-то овощной салат. Они обычно очень объемные, но нет. И салатники, кстати, нельзя мыть в посудомоечной машине. Он выполнен из другого материала и сам по себе он матовый. Он, по-моему, из керамики, написано «мытье только вручную». Но решила взять эти 2 штучки для того, чтобы потом не жалеть о том, что нет какой-то такой серии. Туда можно насыпать орешки, это не обязательно использовать как салатник. Ну и долго я ходила вокруг этой тыковки, форма для запекания, в которой можно готовить жаркое или что-то такое. Это, конечно, не самое, скажем так, удачное вложение денег в
плане того, насколько часто ты будешь пользоваться этой посудой. Я не купила эту тыкву в первый раз, но потом вернулась за ней и все-таки взяла. Она меня покорила с первого взгляда. Ее нельзя ставить на огонь, и можно использовать только для запекания, но какая же она красивая и какая же она колоритная. Поэтому, думаю, жаркое с удовольствием буду готовить в этой тыкве, и еще какие-то блюда, по сути, в ней, кстати, можно даже подать овощной салат, почему бы и нет. По сути, воля ваша и фантазия ваша. Чуть не забыла показать вам еще форму для запекания, которую также приобрела в магазине Küchenland. У нее не самое качественное окрашивание, это я уже заметила при ярком освещении, она походу стеклянная. Судя по тому, как это выглядит, в магазине казалось, что она керамическая. Она стеклянная и внутри покрашена матовой краской. Я разбила свою любимую форму для запекания от бренда Le Creuset, о которой вы часто спрашивали, большая такая, овальная. Ну, что ж, нужно будет купить что-то похожее на нее, потому что ее мне не хватает. Но у меня и не было вот такой формы для запекания, в которой очень классно приготовить пирог, киш. Или можно запечь даже там рыбу, по сути, не имеет значения. Она не белая, она скорее светло-серого цвета, очень разбавленного практически до белого, но она красивая и сочетается со всей посудой и кухней в целом. На этом мое сегодняшнее видео подходит к концу. До встречи в новых роликах. С вами была ваша Лиля Власенко. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока-пока!